не курю, как я могу относиться к закону о запрете курения. Я считаю, что это нормально, если людей не заставляют дышать дымом. Хотя надо понять, что есть люди, есть профессии, в которых процент курильщиков гораздо выше. Это тоже люди, для них тоже надо, ну, их, наверное, надо отучать от этой привычки. Но я с сомнением отношусь к такому роду законотворчеству, когда мы, знаете, с завтрашнего дня считаем, что все должны ездить за рулем и при этом ни квас, ни кефир нельзя употреблять из боязни того, что это покажет какие-то промилле. Вот с сегодняшнего дня на завтрашний мы сразу стали все одновременно трезвыми за рулем. Или, допустим, мы все одновременно отказались от курения. Как правило, это приводит к самого разного рода поискам, и они в силу того, что человечество изобретательно, люди изобретательные, они придумывают что-то иное, что иной раз бывает хуже, чем то, что мы на самом деле сегодня таким образом запрещаем.